14 мая, прекрасная погода. Уже появилась информация в местных группах, что в лесу начали расти монотарки, белые грибы. Пошли лисички, появились маслята. Ну вот и я решила проверить, что есть в нашем лесу. Первый гриб на сегодня у меня сыроежечка. О, какая хорошенькая, чистенькая. Надо взять для затравки. А вот и первые монотарки, белые грибы в этом году. Правда, немножко его кто-то уже погрыз, поел. Но ничего, сам факт. Вон там второй. Хорошенький какой. Крепенький. Ой, красавчик. Вот, сейчас мы его возьмем. Грибы срезать не надо. Их надо аккуратненько выкручивать. О, как он. Ох, какой крепкий. Ой, какой красавчик. Чистенький. Удача. Вот он. В лесу гулять одно удовольствие. Тишина, и только птички поют. Послушайте. Мухомор серо-розовый, но он уже бедненький засох, слишком сухо. Ну, покажу, вот он какой. Маленький, сухенький. Сейчас посмотрю, есть ли смысл его брать. О, а он чистый, можно взять. Какие красавицы орхидеи расцвели! Какие крупные-то! Вот они. Google фото определил этот цветок как пыльцеголовник длиннолистный. Очень интересный цветочек. Первый раз такой здесь в этом лесу встречаю. Мне для коллекции. Какая красота! Каких два жирных мухомора серо-розовых. Красавчики просто. Сейчас. Ох, какой толстый. Вот он серо-розовый. Как раз называется из-за того, что на срезах, на изломах краснеет моментально. Но ножка тут червивая. Нет, сейчас не буду, даже не рви. О, какой красивый. Так. Сейчас посмотрим, чистые они или нет. Ножка тут толщина червивая. Опа. Их едят. Грибов сегодня немного, но сыроежки попадаются с завидной регулярностью. Вот эти вот какие он хорошие, маленькие, молоденькие. Возьму. Для. О, и чистая какая хорошая. Возьму в коллекцию к моим мухоморам.